спорткомплексе «Динамо» на базе 6-й пожарной части прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. В них участвовали сборные городских школ и участники в личном зачете. Традиционные этапы – скоростной подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, полоса препятствий и командная эстафета. С этого старта, со второго старта, сейчас будет отбор уже сборную «Муравленко», которая будет защищать в 2018 году в конце февраля месяца на дыме чемпионата округа будет. Победителями турнира и обладателями переходящего кубка стали учащиеся 4-й школы. Серебро и бронзу завоевали 1-я и 5-я школы. Отмечены и призеры в личном первенстве. Ребята награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Соревнования приурочили к 80-летию образования пожарно-прикладного спорта России и Дню спасателя, отмечаемому 27 декабря.